Автоматизированный учет потребностей и запасов в сфере вещевого обеспечения в вооруженных силах используется практически во всех странах блока НАТО. В Украине соответствующую систему закупили еще в 2006 году, но на практике не применяли до сегодняшнего дня. Тут будет четкий и зрозумілий облік, коли не можна буде вкрасти. І тоді, коли не можна сказати, що я не отримав форму одежі. Тому що облік, він буде захищений, він буде повністю забезпечений всім необхідним для того, щоб ми мали інформацію. Внедрение такой системы позволит существенно сократить сроки принятия тех или иных решений по обеспечению военнослужащих вещевым имуществом и доставке их на места. В системе хранятся данные по размерной сетке каждого конкретного военнослужащего. И мы сможем обеспечивать не просто исходя из того, что есть на данный момент на складе, и стандартов, которые уже устарели, а исходя из индивидуальных потребностей каждого бойца. Новая система полностью отвечает стандартам НАТО, подчеркивают руководители проекта. Большую часть расходов по расширению программы и ее внедрению на себя берет Трансфонд Североатлантического альянса. После тестового квартала проект могут внедрить по всей территории Украины. Алла Есина, Алексей Мураховский, Думская ТВ.